Смотрите, маленький совет, да сейчас уже посмотришь. Маленький совет. Вот недавно звонил парень, только приехали там в такой-то город, ну, ни в Варшаву, ни в Краков, я не буду говорить, неважно. И там спрашивают, вот нам, вот мы с другом приехали, хотим работать, ищем сейчас комнату, чтобы снять. Вот там к риэлторам обратились, они не знают. А, там какой-то вариант тут нашел, вот есть такая организация, может быть нам туда обратиться? И вот у меня спрашивают, и я говорю, ну слушай, я вот в Кракове, я не знаю вот такие варианты, я пока... Мы хотим найти, мы просто не нашли. Кстати, мы... отдельно я сейчас просьбу такую скажу, идею точнее подам людям. А, и он такой, вот а может нам туда обратиться, а может туда? И мой вам совет, ребят, ну обращайтесь везде. Вот вы приехали даже в самый маленький город, вас все должны знать. Ну, конечно, с лучшей стороны, потому что если вы где-то себе подпортите имидж, вы подпортите и себе, и всем, кто приедет за вами, украинцам. Поэтому обращайтесь везде, стучитесь везде, вот просто тупо везде, у всех чуть ли не к прохожим. Спрашивайте у них, люди нормальные, просто, ну, культурно общайтесь. Понятно, что польский у вас плохой, ну, выучите, возьмите, зайдите в интернет, пару фраз буквально. Если вы приехали, вы морально готовы к тому, что здесь другой язык. Он не такой сложный, как китайский или там французский, да? Поэтому стучитесь везде, говорите везде, спрашивайте всех, не стесняйтесь. Я не могу с Кристиной знать всего. Вот. И, кстати, вот у меня просто не хватает, у нас не хватает времени обработать эту тему. Этот самый, есть хостелы, да? Но хостелы вроде как дорого. Надо снимать комнаты, да, людям, допустим. Вот приехали два мужчины, они хотят работать и хотят снять недорого комнату. Ну и вот, как бы, это хороший бизнес. Этих таких мужчин море, которые хотят максимально сэкономить. Они готовы жить по двое, по трое, по четверо в одной комнате. Поэтому, ребята, если у кого-то есть варианты, пишите нам в комментах, можете себя даже прорекламировать. Ну, людей много спрашивают. Практически каждый день кто-то спрашивает о дешевой комнате, не о квартире, а просто, ну, людям не нужна квартира. Поэтому вот так вот, первый совет, стучите везде. Стучите, и вам откроют. Второй, ну, если что-то найдете толковое, делитесь, что за вами едут еще другие люди, или просто они уже тут и ищут. Все. Да.